Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Светлана Шарапова, я работаю юристом и веду блог «Обман нет», где я тестирую методы заработка в интернете и разоблачаю лохотроны. Сегодня мне хочется вместе с вами протестировать один волнующий меня метод, и, возможно, мы даже с вами сегодня очень хорошо заработаем. Смотрите. Все началось с того, что мне вчера написала знакомая, которая якобы заработала 35 тысяч рублей. Если честно, я немного сомневаюсь, но я ее давно знаю, и она бы не стала врать. Поэтому сейчас будем проверять. Вот, смотрите этот сайт, где она заработала. И как оказалось, на сайте продаются электронные кошельки с балансом, без владельцев. Это интернет-кошельки, к которым были потеряны доступы или которые заблокировали. Кошельки разные, и на каждом какая-то сумма денег. Кошельки, получается, заблокированы, и чтобы получить деньги с самого кошелька, нужно разморозить его. Разморозка стоит каких-то определенных денег. То есть, получается, выбираем кошелек, оплачиваем разблокировку и переводим средства себе на счет. И да, кошельки продаются только по одному на человека. Вот здесь написано. Ну, выглядит, конечно, многообещающе, но давайте проверим, так ли это на самом деле. Вот здесь даже есть кошельки с долларами. Здесь разблокировка 40 рублей. Но здесь и заработок совсем небольшой. Нужно что-то поинтересней. О, вот этот кошелек – то, что нам нужно. Разблокировка стоит 1250 рублей. Ну что, попробуем. Жмем «Разблокировать». Так, разблокировка позиции. Сумма 1250 рублей. Так, я оплачу картой. Здесь вводим свои данные, имя, вставляем email и ниже пишем номер своего телефона. Так, пишем. И после этого жмем «Перейти к оплате». Здесь нам нужно вписать номер карты. Я оплачу картой мужа. Надеюсь, он меня не убьет за это. Вот здесь пишем имя владельца карты. Я пишу Сергей. Так, что за ошибка? Ага, нужно писать латинскими буквами. Тут пишем срок действия самой карты. Здесь вписываем цифры с обратной стороны карты. Так, тут дублируем имейл и номер телефона. Так вот, и после этого жмем «Оплатить». Так, происходит оплата. Ждем. Ждем. Вот, теперь должен прийти пароль. Вот он пришел на мой телефон, мы его тоже вписываем. И жмем «Подтвердить». Отлично, оплата прошла. Жмем сюда. Так вот, вы успешно приобрели кошелек, зачислено 56 560 рублей. Интересно все это. Давайте попробуем эти деньги вывести. Так, я буду выводить либо на карту, либо на Яндекс. Давайте на Яндекс. Вот он у меня открытый. Я копирую номер кошелька Яндекса, возвращаюсь, вставляю сюда и жму «Заказать вывод средств». Так, деньги отправляются. Офигеть! Деньги успешно отправлены. Ну, мне прям интересно, где мой кошелек? Так, будем проверять. Обновлю страничку. Деньги еще не пришли. Так, где мои деньги, я спрашиваю? А, вот они. Ничего себе, все деньги пришли. Вся сумма 56 тысяч и даже копейки. Ну здорово же. Блин, надо было брать все-таки кошелек побольше. Может, все-таки попробовать еще раз? Ага, он уже недоступен. Давайте попробуем взять что-то поинтересней. Вот, давайте попробуем этот. Блин, ошибка. Вы исчерпали количество купленных кошельков. По правилам сайта вы можете получить только один кошелек с положительным балансом.
Ну, прекрасно. На самом деле забавно получилось, можно было бы и больше взять. Но я все-таки заработала 56 тысяч рублей. Я довольна. Итак, друзья, резюмируем. Как вы видите, сайт оказался полностью рабочий. Можно получить хорошую сумму денег легко и просто. И самое главное, здесь все честно. Пользуйтесь на здоровье. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и успехов вам!